Самолет. Он летает. Вот забавно. Значит, ты тоже явился с неба. На этом ты не мог прилететь издалека. С какой-то планеты. А ты откуда прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести барашка? Моя планета очень маленькая. У меня есть цветок, и я каждое утро его поливаю. Я встречаю их каждую неделю. Так не бывает. Бывает. На моей планете бывает. Просто вы, взрослые, очень странные люди.
планету Arctic Open детям представят Анжелика Долинина, программный директор кинофестиваля Arctic Open, Иерей Адам Айдамиров, клирик Свято-Троицкого храма города Архангельска, директор епархиальной воскресной школы. Всем здравствуйте. Планета Arctic Open детям появилась в этом году. В нашем большом проекте на 10 месяцев мы сделали некий киномост. И мы очень рады. Вообще Arctic Open детям, эта программа всегда была в нашей основной программе кинофестиваля. Но именно в этом году мы решили ее отделить. Потому что, как правильно сказал маленький принц, вы взрослые странные люди. На нашей планете есть все. И в этом детстве действительно есть все. А в мире взрослых есть только прошлое и такое невероятное какое-то будущее. Мы не умеем жить в настоящем моменте, а дети умеют. И это мы поняли, вы сейчас только что видели эти кадры, именно на этой планете Arctic Open детям. Она прошла весенние каникулы, она собрала огромное количество зрителей разного возраста. И самое важное, что произошло, это был семейный праздник кино. Это было семейное общение. Свои фильмы представляли дети-актеры. И было невероятно интересно наблюдать, когда мы собрали большую пресс-конференцию, и они представляли сначала себя, потом своих родителей, потом режиссеров. И они всем признавались в любви. Они нас любят, дорогие наши странные взрослые. Поэтому я надеюсь, что в следующем году это продолжится. Но произошла еще одна удивительная вещь для нас. К нам пришла большая команда из школы воскресной детей и подростков. И мы очень благодарны отцу Адаму, что именно он организовал эту встречу этих детей на этой планете Arctic Open. Я даю вам слово, отец Адам, пожалуйста. Добрый вечер, участники фестиваля Arctic Open. Киноискусство оказывает огромное влияние как вид творчества на человека, на его душу, в случае с детьми, на их будущее. И поэтому, нам, по моему мнению, кино должно учить человека любить, прощать, быть смелым, быть честным. И это важно, потому что то, что смотрят наши дети, от этого зависит наше будущее. И очень трудно сейчас найти какие-то хорошие фильмы в интернете зрителю. Трудно, по крупицам собираем. И также и тем, кто снимает хорошие фильмы, трудно донести их до зрителей. И поэтому Arctic Open — это прекрасная возможность, место для встречи детей и хороших, качественных, русских, отечественных фильмов. И поэтому я хотел бы поблагодарить организаторов, а их не один, не два человека, а большая команда волонтеров, организаторов, добровольцев, которые организовали такой большой праздник для Архангельска и для области. И пожелать Божьей помощи организаторам и тем, кто снимает хорошие русские фильмы. Знаешь, однажды я был на маленькой планете, где помещались только фонарь и фонарщик. И что он делал? Он зажигал и гасил фонарь. Такой был уговор. Он был просто очень уверен своему слову. А для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик? А как же, когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда. Прекрасное зрение. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. Oh, 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 oh
планету «Фестиваль» представят основные модераторы кинопоказов. Юсуп Разыков, режиссер, кинодраматург, художник-постановщик, заслуженный деятель искусств Узбекистана. 5 лет возглавлял киностудию «Узбекфильм». Картины Юсупа Разыкова – участники, лауреаты, обладатели гран-при многочисленных российских и международных кинофестивалей. И Егор Москвитин, кинокритик, обозреватель журнала Esquire, внештатный автор «Искусство кино», «Афиши», «Огонька», «Кинопоиска», GQ, «Метро» и «Коммерсант», программный директор фестиваля «Пилот». Здравствуйте, друзья. Большое спасибо, что пригласили. Простите, что без костюма. Я не знал, что мы будем на сцене. Юсуп, видимо, знал. И, в общем, что хочется сказать? Хочется сказать, что действительно я кинокритик, и в последнее время всем кажется, что это такая вымирающая живность без определенного места обитания. Но на самом деле удивительно то, что именно в этом году в те киношколы, в которых мы преподаем, вдруг обратилось какое-то немыслимое количество молодых журналистов, вчерашних школьников и студентов, которые хотят заниматься кинокритикой и через кино разговаривать с людьми о жизни, о мире вокруг. И это классно, потому что мы бы очень хотели, чтобы в этой профессии многое менялось, чтобы кинокритики становились моложе. Сейчас им в среднем 18 лет, а надо, чтобы хотя бы 16 было, чтобы чаще звучали женские голоса, и чтобы какие-то республиканские или региональные кинематографии могли иметь возможность не зависеть от вот этого мышления кинокритиков из Москвы и как-то развиваться самостоятельно. Поэтому здорово, что такие люди появляются, и каждый раз, когда они к нам приходят, мы им даем 2 задания. Первое — это как следует подумать, хотят ли они жить в нищете, или, может быть, все-таки найти другую профессию. А второе, если они все-таки остаются, это написать манифест, в котором они объяснят, чем их путь в этой профессии будет уникальным и какую пользу они принесут другим и себе, если будут этим заниматься. И я хочу сегодня вам процитировать один манифест, который написала вчерашняя школьница, теперь уже начинающий кинокритик. Она сказала: в профессии очень часто цитируют слова Алексея Балабанова из фильма «Мне не больно». Главное в жизни — найти своих и успокоиться. Я считаю, что главное в жизни — найти своих и не успокаиваться, потому что вокруг очень много других, которым ты можешь помочь найти своих. И это и будет моим манифестом. И мне кажется, фестиваль Arctic Open очень давно живет в согласии с этим манифестом, потому что это пространство, где все могут найти своих. Если вы зритель, то вы придете и увидите других зрителей, которые будут удивлять самодостаточностью своих суждений, своей искренностью, пытливостью, прямотой, твердостью. Если вы кинематографист, то на этом фестивале вы найдете друзей, с которыми в какой-то момент будете в 3 часа ночи нырять в Двину в декабре. Если вы продюсер, то здесь вы найдете возможности для съемки фильмов с потрясающей натурой. И сегодня, когда я рассказал друзьям, что я здесь, в Архангельске, мне позвонил человек, который работает аж генеральным продюсером у Бондарчука в его студии, и сказал: а я как раз лечу из Архангельска, мы только что присмотрели съемку для натуру для съемки целого сериала. Так что в Архангельске есть все возможности для того, чтобы дальше оставаться вот этим местом для поиска своих. И все это происходит, мне кажется, благодаря фестивалю, который, во-первых, так выбирает фильмы, что эти чуткие, человечные, заставляющие думать и чувствовать картины, остаются в сердце и заставляют людей общаться. А во-вторых, этот фестиваль создает безопасную среду для этого общения. И вы можете каждый день в этом убеждаться, если будете приходить на наши показы. Так что очень зовем вас завтра и послезавтра, и в следующем году, и во все следующие годы. Ну, собственно, все. Режиссерская версия монтажа. Ты знаешь, а наша планета такая большая, что до того, как изобрели электричество, приходилось держать целую армию фонарщиков. 462 511 человек. И они все одновременно зажигали фонари? Нет. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. За ними наступал черед фонарщиков Китая, потом России и Индии. И так через Африку и Европу доходил до Америки. Наша планета очень большая. Да, я знаю. Я обошел много мест. Однажды я видел целый сад, в котором росли 5000 роз. Ни одна из них
не была похожа на мою розу. Я поднималась на высокие горы, шел через пески и снега. Потом я встретил лиса, и он открыл мне секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Планету Киномарафон представит Тамара Статикова, директор кинофестиваля Arctic Open, и Юлия Травникова, руководитель направления продвижения фильмов на фестивале агентства «Фестагент». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас вот здесь стоя не видим, но чувствуем ваше дыхание и ваше доброжелательное отношение, иначе бы вас здесь не было. И я думаю, что нас здесь много, вот нас много здесь на планете кино. Потому что после того, как проходит у нас фестиваль, основная программа в декабре, с января мы начинаем подготовку к киномарафону, который длится полгода. И в том году в 5 регионах России, в том числе и даже в Армении, в городе Гюмри, смотрели фильмы кинофестиваля «Арктика». Open. Ну, открытая Арктика, да, можно так сказать. И 14 тысяч человек посмотрели эти фильмы. Что такое киномарафон? Это эхо фестиваля, собственно. Мы составляем программу, и вот она разлетается, можно сказать, что ну, по пол России пока не будем, но к нам все время прибавляются новые и новые регионы. И мы, конечно, этому рады, потому что здесь не только новые фильмы, но и через наш фестиваль, я думаю, что очень многие, и Ленинградская область, и Псковская область, и Архангельская в дальних уголках узнают и о нашем регионе, и о нашем фестивале, и как-то больше сближаются друг с другом. А это ведь самое главное, вот это объединение, как сказал у нас кинокритик Егор Москвитин, это найти своих. И вот для этого, собственно, мы все это и затеваем. Так что, дорогие друзья, спасибо вам, что вы на нашей планете. Я предоставлю слово Юлии Травниковой, потому что в этом году они тоже присоединились к нашей планете. Это фестагент и по агентству по продвижению фестивалей. Пожалуйста. Добрый вечер. Я в Архангельске первый раз, и несмотря на то, что мы работаем с фестивалем Arctic Open с самого года основания и все время отправляем фильмы и авторов в Архангельске, все приезжают, рассказывают, как отлично тут прошли показы, обсуждения, всегда все всем довольны. Вот, я сюда приехала первый раз.
И сегодня была первый раз на показах, и была тоже очень приятно удивлена атмосферой и такими интересными обсуждениями со зрителями. Поэтому очень радостно видеть, как фестиваль еще и расширяется от года к году, и вот в этом году становится еще больше. Так что я поздравляю Архангельск, наверное, и область, и всю Россию с таким отличным фестивалем. Вы знаете, в этом году у нас нет конкурса, нет жюри, нет нашей знаменитой арктической дорожки, в которой проходят наши гости, когда в день открытия фестиваля. Поэтому полной уверенностью можно сказать, что все 32 фильма, которые представлены сегодня в декабре, и 5 фильмов, которые были представлены в осенние каникулы, они все уже победители. И я хочу, мы вручаем участникам вот такие дипломы, памятные дипломы, а этот диплом я вручаю фестивальному агентству «Фестагент» за дружбу. Ну, раз уж у меня в руках еще одна благодарность актрисе-певице за активное участие, подаренное творчество и талант главному голосу Арктики этого года Валентине Романовой Чискарай. Валечка, будьте добры к нам. Я, может быть, не вовремя, но тем не менее Валентина не придет. Она придет в свое время. Все должно быть по сценарию. Но, тем не менее, когда вы услышите и увидите ее, знайте, что это наш вот главный голос Арктики этого года. Спасибо. Мне хочется пить. Пойдем поищем колодец. Значит, и ты знаешь, что такое жажда? Вода бывает нужна и сердцу. Знаешь, почему звезды такие красивые? Потому что где-то там есть мой цветок, хоть его и не видно. Но это делает звезды особенными. А пустыня красивая? Конечно. Где-то в ней скрываются родники. Будь то дом, звезды или пустыня. Самое прекрасное в них – то, чего не увидишь глазами. Вот слышишь? Мы разбудили колодец, и он запел. И вода в нем, и старая веревка, и ворон, даже солнечные зайчики в ведре. Это все и есть главная красота. И когда ты дал напиться мне, та вода была как музыка. Thank you.
Планету Саунд Лаборатория представят Ева Валиева, режиссер театра и кино, медиа, художница, преподаватель сценических дисциплин, руководитель образовательного агентства «Йода Практис». Максим Волох, оператор, постановщик кино и телевидения, старший преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения в Российском государственном институте сценических искусств. И Алексей Борисов, саунд-артист, композитор, мультиинструменталист, куратор курса «Музыкальное продюсирование и креативное проектирование школы дизайна Высшей школы экономики». Здравствуйте, дорогие! Спасибо за эту прекрасную возможность оказаться в Архангельске, оказаться по делу. Знаете, кино — это не только по версии Фаины Раневской «Затяжной прыжок», но это еще и... Ну, вообще, наша жизнь — это несущиеся мимо нас картинки. Такое вот кино. И мы пытаемся сделать хотя бы несколько картинок из них, наполненными любовью. В нашей лаборатории мы собрали со всей страны... Алексей отобрал композиторов, 5 человек. Да, большая страна, 5 человек композиторов нашлось. Мы выбрали в Архангельске 5 операторов от 40-летнего до 17-летнего, да? До 17-летнего. Мы соединили их. И прямо с интересом ждем сами после завтрашнего дня, когда вы сможете насладиться результатами их общей работы. Спасибо за эту возможность, Леша. Скажешь? Добрый вечер. Спасибо, что пригласили меня, в том числе участвовать в этом фестивале и работать в саунд-лаборатории. Действительно, мы отобрали интересных ребят, хороших специалистов своего дела и работаем довольно плотно, интенсивно. Благо, что окружающая среда позволяет нам делать интересные записи, фиксировать инвайроментальное, так сказать, пространство и делать из этого интересные композиции. Спасибо. Здравствуйте. Я немножечко расскажу про лабораторию вообще. В общем, второй раз фестиваль Arctic Open проводит лабораторию, в составе которой работаю я и работает Максим Волох. И теперь в этом году мы ее расширили и пригласили композиторов и Алексея Борисова. Каждый раз это какой-то сумасшедший эксперимент, потому что мы никогда не знаем, какой будет результат, но в нас так верят организаторы фестиваля, за что им огромное спасибо. Огроменное просто, что мы, боясь как-то потерять это доверие, стараемся делать все, во-первых, на огромной скорости, во-вторых, с огромной отдачей и надеясь на потрясающий результат. Прошлая лаборатория шла 5 дней, и за 5 дней мы сняли 5 фильмов. Это была лаборатория кинотанца. Может быть, кто-то из вас видел эти фильмы. Спасибо. В этом году это более широкая лаборатория, это саунд-лаборатория, в которой участвуют 5 композиторов, которые никогда не были в Архангельске. И для них Север и звуковая среда Севера — это что-то новенькое. Они приехали сюда, 29-го мы начали работу, и стали записывать звуки Севера. У них не было никаких песен, никаких композиций, никаких треков, ничего. Чтобы вы понимали. И их задача была такая, как бы, очень простая — написать к 1 декабря трек. А 5 местных операторов, у которых, соответственно, не было тоже никаких заготовок, они получили вчера треки и сегодня стали снимать фильмы. Что будет 4 декабря, не знаем мы, не знает никто. Но сегодня мы видели первые кадры. Это очень красиво, я надеюсь, что у нас все получится. И также мне хочется сказать, что мы не только расширились от операторов, еще мы позвали композиторов, мы экспериментируем с форматом, но также мы расширились на 2 города, и тоже благодаря организаторам, которые тоже как-то поверили в этот формат. И вторая часть саунд-лаборатории будет проходить в Сыктывкаре весной. И по итогам такой большой лаборатории на 2 города у нас получится альманах из 10 фильмов, в которых будет оригинальная музыка.
и оригинальный ландшафт, какие-то оригинальные истории, которые как-то, как нам кажется, будут не иллюстрировать, но рассказывать о севере и рассказывать об Арктике свои истории. Потому что мне кажется, что у каждого из нас есть своя тайная, теплая, прекрасная история, связанная с Арктикой. И вот такой калейдоскоп историй, в который включается 10 историй нашей лаборатории, мне кажется, это такая потрясающая штука, просто такой фейерверк, который всегда дарит нам фестиваль Arctic Open. И очень здорово, что мы можем творить, что у нас нет никаких рамок, и это тоже огромная благодарность организаторам, и что мы можем экспериментировать и при этом общаться внутри профессии, общаться со зрителем и показывать эти фильмы очень широко. Всех зову, приглашаю 4 декабря на показ в 4 часа в библиотеку САФУ. Надеюсь, что у нас все получится. Спасибо большое. Я нарисовал тебе барашка. Нет, ты же сам видишь, это не барашек, это большой взрослый баран. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Вот тебе ящик, а в нем сидит барашек. Вот такого мне и надо. Маленький мой, смотри-ка, мой барашек уснул. А как ты думаешь, много он ест травы? А вообще, барашки едят цветы? Он не съест мою розу? Хочешь, я нарисую ему намордник? Или дам тебе веревку, чтобы привязать его? Зачем? Ночью мой барашек будет спать в ящике. А свою розу я накрываю колпаком. Мне не надо его привязывать. Я просто хочу его приручить. Планету мультсменов Голубина представит Мария Вилюкова, руководитель отдела продаж, пиар и маркетинга парка Голубина. Здравствуйте. Очень приятно сегодня стоять на этой сцене. И спасибо большое организаторам за приглашение.
Мы командой парка Голубина давно и с удовольствием следим за фестивалем, и я сама, находясь в Архангельске, всегда с удовольствием посещаю показы. Поэтому мы очень рады, что наша такая уже долгая дружба наконец-то перерастает в сотрудничество. И в следующем году на базе парка Голубина совместно с командой Arctic Open мы проведем мультсмену, где преподавателями для ребят выступит «Союз мультфильм». Будем делать свои мультики про Архангельскую область, про наше любимое Пинежье. Возможно, возникнет какая-то другая тема. Не знаю. И, возможно, в следующем году уже наши материалы будут в программе фестиваля, кто знает об этом. Мне очень хотелось бы от лица нашей команды поблагодарить сегодня организаторов, пожелать им успехов и удачи, потому что они делают огромнейшее дело, несут такое просвещение. Участников фестиваля поблагодарить за то удовольствие, которое вы нам дарите. Ну и зрителям, которые сегодня пришли и которые собираются посетить будущие показы, пожелать приятных встреч и приятного просмотра. Спасибо. Ты знаешь, мы в ответе за тех, кого приручили. Моя роза дороже мне 5000 других роз. Они красивые, но пустые, потому что их еще никто не приручил. А моя роза, она моя, единственная в целом мире, и я за нее в ответе. Когда ты отправишься в путешествие, по ночам я буду смотреть на звезды, и они станут для меня особенными, потому что там, среди них, есть одна, очень маленькая, которая особенная. Это твоя звезда. Тем звезды и красивы, что будут напоминать мне тебя. Самое главное то, чего глазами не увидишь. Это как с цветком. Хорошо ночью глядеть в небо, все звезды расцветают. Да, конечно. Это как с водой, она была как музыка, а все из-за ворота и веревки, помнишь? Да, конечно. Если кого-то любишь, то нет преград на расстоянии. Ради любви можно отдать все, можно сделать все и даже разбить лед. А разбить нашу традиционную ленточку мы приглашаем генерального партнера кинофестиваля Северный Арктический Федеральный Университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. И представит его Людмила Морозова, профессор, проректор по образовательной деятельности университета и представители волонтерского центра САФУ, бесценные наши помощники фестиваля Исламжон Юсупов и Юлия Нестерова. Ну, буквально одно слово. На самом деле университет очень горд тем, что на протяжении всех этих лет является партнером. И партнером не только тем, который предоставляет площадки волонтеров, но все мы зрители. И все мы те, для кого этот фестиваль. Поэтому очень хочется пожелать очередному фестивалю в добрый путь, а всем получить огромное удовольствие
и новые встречи, новые знакомства и новые впечатления. А для вас, дорогие друзья, арт-ансамбль Тима Дорофеева. Тим Дорофеев – гитара. Олег Юданов – барабаны. Николай Клишин – бас. Алексей Барандов – перкуссия. Мария Карель – клавиши, вокал. И присоединится к ним голос Арктики – Валентина Романова. Thank you.
Добрый вечер. Добрый вечер, фестиваль. Добрый вечер, дорогие гости фестиваля и участники фестиваля. Вот и мы сегодня с вами. Мы будем дарить вам энергию звука, песен вселенной, женщины Саха.
кимминей, син атах инди, о сурукка, о кумарга, о сурукта кумар баргар, мин кимими биллерду. Канадати акны таллар, акны тимэнда ол энгихи буоларын болматын, ол акта тотулуктан курду. Былырги сақалар сойдақа, сатулы бат суардақа, сүббеті бар юден тугат эллер. Тоқбарды кемнек, кәдгистек, тутулат тухалан бүтер болжықта. Ол болжыға кәлләгіне. Я свободная птица, я летаю.
мене кетен і гепєн. Мене ерма олос кєн. Сапсенар гнатым сағақтана таянар. Әле дирен әре мәркіне көз көбе. Знаете, я совсем недавно познакомилась с этими такими прекрасными музыкантами. Мы всего лишь 2 дня репетировали. И вот мы на сцене для вас импровизируем. Это мы дышим, живем и радуем вас. Так что можно и танцевать, и, в общем, свободный зал. Что такое сон? Может, это не досказанная сказка? Что такое сон? Это параллельный мир, наверное. А давайте послушаем.
мой сон. Oh, Jebel Bedem.
Звездное небо. Yeah, and
Махтала, спасибо. Спасибо организаторам фестиваля. Они давно вышли на связь и сказали, что у нас замечается фестиваль, кинофестиваль. Я люблю фестивали. Это праздник. Я начинала с музыкальных фестивалей. Потом пришла кинематограф. Это такая прекрасная страна. У меня красная дорожка была. Я хотела Грэмми, но у меня кинотавр. У них вообще прекрасный фестиваль. Когда фестивальные дни начинаются, стоит запах прекрасный. Запах радости. Когда все равно заканчивается,
Тогда город грустит. Вы это чувствуете? Да? Конечно, чувствуете. Сначала начало радость, 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 а потом, в общем, грустно мне иногда. Но сегодня мы радуемся. Поэма Елены Слепцовой «Корсунах» – спор. Спор между родителями, между землей матери и отцом космоса. Давайте послушаем. Ах,
Алчатар. Ай-ай, алчатар. Алчатар. Молодцы, ребята, вообще. Все нормально? Драйв идет? Когда выходишь на сцену, как будто ты вновь рождаешься. Или рожаешь кого-то. Но мы сегодня рожаем всякое разное.
непонятного ребенка, да? Какая песня у нас? Ну, я забываю. Сначала говорю, давайте вот так сделаем программу, а потом все меняю. Поэтому подсказка у меня есть всегда. Так. Ну что, похулиганим на дне. Песня «Чертовки». Yeah.
На самом деле она очень красивая, она такая сексуальная. Она роковая женщина. Ah.
Спасибо. Скороговорки Чабарга Хоготом. К другу. Тюль городок Олон Ахерен Сютерен Очарен Дорогие Бола мы Аллахи Ирдна Керая Таксам
Спасибо, ребята. Ну вот, и все. Конец фильма. Спасибо. Спасибо. Ребятам спасибо. Какие у меня молодцы, да? Как будто всю жизнь играли, переживали, любили друг друга. Вот. Николай Клишин, Алексей Барандов, Олег Юданов, Мария Карель, Тим Дорофеев, Валентина, дорогая наша Валентина. Чувствую рай. Ой, браво, да. Браво. Ну, что-нибудь сыграем. Что-нибудь придумаем, да? Да. Ну, давай. Ну, сейчас что-нибудь сварганим. Всегда на бис надо. Что в фестивале дальше жил, летал, чтоб летал, летал, летал. Чтоб были у всех, всех успехов.
все танцуют. До встречи! Я вас всех люблю, мы всех вас любим. Ребята, пока!